Посмотрите, какая замечательная игрушка приехала сегодня ко мне на реставрацию. Пэтсон и Финдус. У котенка Финдуса отколото ушко. Будем восстанавливать. Такая вот крупная игрушка из толстого стекла. У котика даже лапочки тут прорисованы. Очень мило. Замечательная вещица. Только нужно восстановить. Здесь я уже нарастила котику ушко эпоксидной смолой и зашлифовала стык. Смола держится на каркасе, который я предварительно закрепила внутри. То есть этот кусочек уже не отколется, не выпадет, не будет болтаться. Все прочно. А здесь я уже восстановила роспись акриловыми красками и пролакировала. Теперь реставрация полностью завершена, и игрушка отправляется к себе домой.